И снова всем привет, друзья! В этом видео я расскажу про удивительные разработки и изобретения, такие как пуленепробиваемый костюм или прибор, позволяющий видеть сквозь стены. Вы на канале Tip-Top, а значит, будет интересно. И мы начинаем наш топ удивительных изобретений. Геккон является самым лучшим скалолазом в животном мире. Строение его перепончатых лап позволяет ему без труда взбираться по вертикальным поверхностям разной структуры, не доставит проблем даже стеклянная поверхность. Для человека устройство, позволяющее взбираться по вертикальным стенам, было бы очень полезно в городских условиях. С его помощью можно осуществлять множество задач при строительстве и обслуживании зданий. И такое устройство появилось. Главной сложностью при разработке стало решение задачи, как обеспечить фиксацию этого устройства на вертикальной стене, чтобы оно не только не скользило вниз, но и как бы присасывалось к стене, по принципу присоски. При разработке этого вспомогательного устройства было изучено строение лап геккона, что и помогло искусственно скопировать задумку природы. К слову, множество идей для современных технологий позаимствованы из природной среды и животного мира. Пуленепробиваемый костюм. Когда речь заходит про пуленепробиваемое изделие, то сразу на ум приходит тяжелый громоздкий военный бронежилет, либо менее громоздкий, но все же весомый и массивный вариант для различных силовых структур, надеваемый под обычную одежду. Но оказывается, существует классический мужской костюм, который внешне и по размерам не отличается от обычного изделия такого рода, но способен останавливать пули 45-го калибра и отлично противостоит режущим и колющим ножевым ударам. Естественно, человек в таком костюме почувствует удар от пули, может получить весьма солидный синяк, но он останется жив. Собственно, в бронежилете тоже ощущения не из приятных, если попадает пуля. Весь секрет в ткани, из которой сшит этот костюм. В ее основе лежат углеродные нанотрубки, очень интересный материал, которому пророчат большое будущее во многих сферах человеческой деятельности, включая электронику. Так вот, за счет нанотрубок ткань получилась на 50% легче кевлара и в 30 раз прочнее стали. В Россию пока эти костюмы не поставляют, так как русский человек сразу начнет показывать фокусы соседям, шмаляя в друга из охотничьего ружья. Система видения сквозь стены от компании Camero. Эта компания основана в 2004 году в Израиле и занимается разработкой и продвижением систем радиолокационной визуализации. Эти системы способны распознавать и показывать людей, находящихся за стеной. Эта информация очень полезна при штурмах и захватах террористов, находящихся в здании, и применяется спецподразделениями в боевых операциях. С 2009 года эта система одобрена и сертифицирована Федеральной комиссией по связи США и используется во многих спецоперациях, позволяя снизить до минимума риск ранения заложников при штурмах. Для этой системы нет никаких преград, и абсолютно не важно, из какого материала сделана стена. Система преобразовывает радиосигнал в трехмерное изображение, происходящего за стеной на экране, делая возможным безопасное и эффективное планирование операций. Jetpack – это реактивный ранец с крыльями за спиной человека, который создает приличную тягу и позволяет разгоняться до 300 км в час. Ходят слухи, что подобные разработки были еще у немцев во время Второй мировой войны, но точно это подтвердить никто не может. Да и смысла такой техники в боевых условиях немного, если только головой танки таранить, отвлекая наводчика. Поэтому сегодня изобретателем этого реактивного ранца считается швейцарский летчик и изобретатель Ив Росси. Сначала Ив Росси учился на инженера, а затем стал летчиком швейцарских военно-воздушных сил. В настоящее время 55-летний Росси работает гражданским пилотом, а в свободное время занимается своими разработками. Первый полет на своем изобретении Росси совершил в 2004 году. Для старта нужно подняться в воздух на самолете, вертолете или воздушном шаре. А дальше в дело вступают 4 реактивных двигателя. Посадка пилота осуществляется с помощью парашюта. Также и у этих крыльев есть свой собственный парашют, который активируется, когда пилот отстегивается. Росси известен своими полетами над Дубаем. В 2008 году осуществил перелет над проливом Ла-Манш. В 2011 году совершил полет над глубочайшим Гранд-каньоном в Национальном парке Аризоны. И в 2013 году над кратером японского вулкана Фудзияма. Костюм железного человека Талос.
К разработке этого костюма привлечены практически все ведомства и специальные исследовательские подразделения США. Костюм будет покрывать баллистической броней 60% тела оператора. Вся эта тяжелая броня, вес которой около 170 кг, располагается на гидравлическом экзоскелете, который позволяет бегать с таким весом. Особое внимание стоит уделить бронешлему, в который интегрированы коммуникационные и оптические устройства. Также известно о встроенном кондиционере, 3D-аудио, различных сенсорах, компьютерной системе, системе подачи кислорода и контроля кровяного давления. Основной проблемой является тот факт, что солдат в таком шлеме забывает, что он не в Call of Duty играет, и сохранений у него нет. Также имеется информация, что будет использоваться жидкая броня, которая мгновенно становится твердой под воздействием электрического импульса. Главное, чтобы разработчики и инженеры не наделали жидкой брони, когда придется озвучивать цифры и суммы, потраченные на разработку этого суперкостюма. По крайней мере, у них есть хоть какая-то страховка от голливудских кинокомпаний. И если в армии этот экзоскелет не пригодится, то по крайней мере можно будет снять блокбастер про восстание робокопов. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите канал лайками и подписками. Всем удачи и пока.